На 13-й смене «Орленок» принял 34 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Все они – участники пилотного проекта по развитию инклюзивного отдыха. Проект реализуется центром и благотворительным фондом помощи незрячим и слабовидящим детям по зову сердца. Ребят распределили по отрядам. В течение 3 недель они развивали креативное мышление, изучали и раскрывали свой личностный потенциал. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь центра позитивно влияет на воспитание. Они научились общаться друг с другом, нашли друзей, поняли, что все ограничения условны. Также мальчишки и девчонки активно включались в творческую жизнь, участвовали в концертах, выступали с музыкальными номерами. А расскажи об этой мелодии, которую ты играл. Что это за мелодия и почему именно ее играл? Татарская, потому что на пыль я ее записал.